почтальонша принесла газетку мне. Я на почте, когда была, лампочки меняла, там всякие. Подписку сделала себе. Почитаю интересное, расскажу вам, что здесь печатают. Сегодня хороший такой денек. Снежок. Следы только Рона здесь. Выскочил все-таки. Закипает у меня вода. Заварю крепкий, крепкучий чай. По-народному чефирь. И очищу селедку. Я уже много раз показывала, как я ее готовлю. Рыба получается очень вкусная. Очень похожа на консервы в масле. Или с добавлением масла. Рыбные. Быстрый и очень бюджетный вариант. Кто еще не готовил со мной по этому рецепту рыбу, очень рекомендую. Посмотрите, какая рыбка чудесная. Лежала она у меня в морозилке, такая рыбка. Ни разу не размораживалась. И, наконец-то, очередь до нее дошла. Добавляю я сюда специи, лавровый лист, перец черный, душистый, чайную ложку сахара, лимонную кислоту, чтобы косточки растворились, а сахар для плотности. Так. Растительное масло без запаха. Чай сейчас настоится, я его процежу и добавлю к нашей рыбке. Ага, самое главное забыла. Соль. Я что-то за нее в последнее время забываю. Вот, буду солить нашей нормальной артемовской солью. Солите по своему вкусу. Кто-то любит более соленее, кто-то менее. Вот с солью будьте осторожны, потому что сейчас продается соль. Написано, что она каменная. Ну, по-моему, она такая же рафинированная, как сахар. Искусственные кристаллы. Она очень соленая. Я постоянно пересаливаю в нее. Теперь я всю эту красоту ставлю на медленный огонь, чтобы слегка-слегка томилась, как холодец. Часика на 2,5-3. Сварила я вчерашние спинки. Каркасики, вернее. Не спинки, а каркасики. У нас еще есть в городе продаются такие точно каркасики, только с крыльями. Вот. Те называются Бэтмен. Разберу с них мясо, сниму. Вот. И что-нибудь придумаю с мяском этим. Вот такой золотой бульончик на суп. Так, супчик у меня уже почти готов. Здесь у меня морковка с сельдереем с заморозки. Картошечка, макарончики. И теперь зеленушки добавлю. Все, супчик наш готов. Рыбка тушится на медленном огне, можно еще убавить. Процесс идет. Когда рыбу чистила, в ней оказались вот такие огромные молоки. Не выбрасывать же их котам. Сейчас я их засолю. Немного соли. Такой маринад. Черного молотого перца. И пусть постоят где-то час хотя бы. Будут жареные молоки. Это деликатес. Витаминов миллион. А также я разобрала каркасики. Отделила мясо с них. Вот столько получилось из двух каркасиков белого мяса. Не грудка, не филе. Но, тем не менее, для салата пойдет. Будет сегодня салатик праздничный. Мне очень нравится поговорка из тех времен, когда женщины носили шляпки, потому что было неприлично появляться в обществе с непокрытой головой. Вот. И шляпка должна быть буквально из чего угодно сделана. И вот тогда появилась такая поговорка. Женщина из ничего может сделать три вещи – скандал, салат и шляпку. Скандалить мы не будем. Можно, конечно, найти причину из ничего поскандалить. Шляпки мы сейчас не носим.
Вот, поэтому отпадает. А салат я как-то уж попробую сделать. Из ничего. И такие компоненты пойдут для этого салата. Из ничего. Курица. Буквально из ничего. Банка ананасов, уже нарезанных кусочками. Это я хотела на Новый год салат сделать. Вот с Нового года он стоит. Дальше. Кукурузы у нас завались гуманитарной. Собралась тоже. Редко делаю кукурузные салаты сейчас. Также у меня с новогодних закупок остался сыр. Думаю, он там будет не сильно соленый. Сейчас попробуем. Надо его расходовать, потому что уже срок годности подходит к концу. Майонез, зелень лука. А там по вкусу, потом посмотрим, что-то может быть еще добавить. Ананасы я слила. Вот такие вот они. Вкусненькие, не сильно приторные. Кукурузка тоже хорошая. Сыр. И еще подружки, которая сидит у меня сзади. Любительница кукурузы. Я заранее отсыплю, потому что все равно слезет дегустировать. Девочка. Я очень люблю свое имя. Татьяна. Думаю, что все Татьяны любят свое имя. Вот, уже увидела. Думаю, что все Татьяны свое имя очень любят. Оно очень красивое. Я думаю, мне оно очень подходит. Для меня намного больше значит Татьянин день, чем мой день рождения. Почему-то я в день рождения всегда плачу, а Татьянин день я люблю, с удовольствием отмечаю. Вот. Поэтому я поздравляю всех Танечек, Танюш, всех маленьких и больших, и своих подружек. Всех-всех-всех с праздником, с Днем Ангела. Мира нам, тепла и любви. Вот. А мы будем делать салатик. Все пересыплю в эту миску свою. Никита называет ее английская каска. Она такая плоская, точно как английская каска. Времен Первой мировой войны. Не знаю, может быть, это всего много я сыплю. Съедим. У меня настроение такое. Вкусного чего-то хочется. Вот. Всю эту курятину высыпаем. Чтобы было ее много. Не жалея. Так, ананасы, я не знаю, сейчас может еще подрезать надо будет помельче. Или так добавить. Наверное, разрежу помельче. И кусочки сыра. Все, и майонез. А меня сначала хотели назвать совсем не Таней, не Татьяной. Бабушка предлагала назвать Наташей. Мама хотела назвать Викторией, Витой. Вот. Меня вечно всю жизнь называли Наташа. Вот Джеки тебя пресекла. Джеки у меня как сигнализация. Саша подходит, Джеки сразу пикает. Так что я не знаю, кто меня назвал Таней. Кто меня назвал Таней? Не помнишь эту историю? Мамка рассказывала. Бабушка Галя, по-моему, да? Назвала Танечкой. Ну, Танечка так Танечка. Она всегда говорила: Танечка, улыбнися. Танечка была бровки домиком. Хмуренькая. Танечка, улыбнися. Зачем мне улыбаться? Косточка попалась. Вот. Так что такие дела. Такая история с моим именем. Это уже вкусно пахнет. Так, угощайся. Угощайся, моя помощница.
касается. Отдай мне только лук. Да, вот лук мне отдай, не топчись. Лапки у нее чистенькие. То сейчас мне напишут тут всякая антисанитария. Ничего подобного. Уже сколько лет так ест со мной вместе. Вот. Чеснок я мелко-мелко натерла, чтобы он не чувствовался на языке, а просто давал аромат. Попробую, вам скажу. Шо оно такое, как Саша говорит. И шо оно такое. Попробовала. Хотите честно? Ням-ням просто. Просто супер-пупер. Во-первых, соленость феты тут не чувствуется. Потому что курица у меня не соленая. Баланс очень такой хороший, хорошо выдержан. По желанию можно добавить яйцо. Вот. Но с яйцом будет поплотнее и посуше. А чеснока я, пожалуй, еще один зубчик добавлю. Очень интересный вкус. Вкусно-вкусно. Рекомендую. Да, чуть не забыла вам показать, как я буду готовить молоки. Я сделала такой кляр из майонеза и муки. Можно еще яичко добавить, но оно без яичка нормально. Вуаля! Вот такая рыбная тарелка получилась. И селедочка стушилась, и молоки поджарились. И немного риса. Почти суши. Всем, кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Теплого, уютного вечера. Тихой, спокойной ночи. Не бойтесь экспериментировать. Готовьте вместе со мной. Порадуйте своих близких.